Меня зовут Огги Пулман. Через пару дней я иду в 5-й класс. И так как я ни разу не был в настоящей школе, я просто в диком ужасе. Буду тебя ждать. Огги, родители до входа не провожают. Это не круто. Но ты же крутой. Я-то, конечно. А вот другим отцам так не повезло. И шлем придется снять. Господи, только бы его не обижали. По мотивам романа-бестселлера. Я понимаю, что я необычный мальчишка. Я перенес 27 операций. Они помогли мне дышать, видеть, слышать без аппарата. Но ни одна из них не сделала меня таким, как все. Инкубатор, горелки Бунзена. О, а это с доски стирать. Ты ведь знаешь, что такое мел? Ну и рожа. Откуда ты вылез такой, чудило? Будь у меня такая морда, я бы всегда в маске ходил. Тебя оно не устраивает, но я его люблю. Это лицо моего сына. Ты вовсе не страшный, Огги. Ты так говоришь, потому что ты моя мама. Я твоя мама, и я говорю тебе правду, потому что знаю тебя лучше всех. Смотрите в ноябре. Привет. Тебе не обязательно это делать. Я не понимаю, о чем ты, Огги. Я о том, что можешь не притворяться. Огги! Ладно, ну прости. Так почему ты со мной села? Потому что хочу добрых друзей. Я тоже. Каким человеком я хочу быть? Этот вопрос мы должны задавать себе постоянно. Эй, Джек, садись с нами. Я сейчас. Я бы хотел управлять погодой. Мечтать о такой суперсиле – отстойный выбор. А ты что бы выбрал? Я бы стал невидимкой. Круче тебя в школе нет никого. Покажи им. Не смей прятаться, если ты рожден выдающимся. Чудо. А ты не думал о пластической операции? Чувак, знаешь, сколько у меня их было? Такими красавцами просто так не рождаются.